Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про бензопилу Hütter BS2800M. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Бензопила BS2800M Hütter хорошо подойдет для распиловки бревен, валки, леса, заготовки дров. Ее можно использовать для продольной и поперечной распиловки древесины. Модель оснащена двухтактным двигателем объемом 52 кубических сантиметра, мощностью 3,8 лошадиных сил. Детали поршневой группы хромированы, что увеличивает надежность. Бензопила работает на топливной смеси бензина и масла для двухтактных двигателей. Топливный бак вместителен, рассчитан на хранение 550 мл жидкости. Пиление осуществляется с помощью цепи с толщиной звена 1,5 мм шагом 325 тысячных дюйма. Длина шины 505 мм. Скольжение цепи облегчается автоматической подачей специального цепного масла. Оно также выполняет функцию охлаждения, не допуская перегрева деталей. Механизм натяжения цепи расположен сбоку, очень прост в регулировке. В бензопилах Hütter особое внимание уделено безопасности оператора. Здесь есть блокировка газа от случайного нажатия. Механический тормоз позволяет практически мгновенно остановить цепь, если пила резко отскочила во время работы. Специальный защитный щиток при разрыве или соскакивании цепи защитит человека от травм. Бензопила BS2800M Hütter оборудована улучшенным масляным насосом. Заводится без лишних усилий с помощью системы облегченного запуска «Легкий старт». Объем бака смазки цепи равен 260 мл. Общее количество звеньев достигает 76, шаг цепи 325 тысячных дюйма. Воздушный фильтр легок в обслуживании, оснащен быстросъемной крышкой. Управление бензопилой не вызывает затруднений даже у новичков. Благодаря системе «Легкий старт» завести пилу можно без лишних усилий. Топливного бака на 550 мл вполне достаточно для работы без частой дозаправки. Качественная, безопасная и эргономичная цепная пила позволит существенно облегчить работу с деревом при заготовке дров и обрезке крупных деревьев. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Качество пластика. Изначально заедала тяга воздушной заслонки. Немного тяжеловато. Теперь перейдем к положительным. Собралась легко. Мощности хватает для личного использования. Заводится легко. Пилит хорошо. Антивибрация удобная. Пилит быстро и ровно. На сучках не тормозит. Большая шина, автосмазка. Наличие в комплекте цепи и шины. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.